А накануне вечером центр Ставрополя был закрыт для проезда транспорта гражданского. Всю проезжую часть заняла военная техника. На площади Ленина прошла первая ночная репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы. В этом году в ней примут участие почти 1500 военнослужащих Южного военного округа и других силовых ведомств. А вот механизированную колонну в этом году составят 50 единиц военной техники. Среди них бронетранспортеры, зенитные установки, реактивная система, система залпового огня, а также ракетный комплекс. Следующая тренировка назначена на 5 мая. Генеральную репетицию торжественного шествия с залпами орудий в Ставрополе запланировали провести 7 мая. Однако уже первый прогон собрал немало зрителей. Мы всегда ходим, мы недалеко живем, мы всегда ходим и на репетицию, и на сам парад. Это очень интересно. Шикарно. Впечатляюще. Просто, да. Очень нравится. Почему пришли именно на репетицию? Ну, на 9 мая, к сожалению, не получится присутствовать, поэтому... Да, поэтому... Мы решили посмотреть заранее. Пока под впечатлением ждем мужа, участвует в параде. Пришли его поддержать, да? Он у нас на чем поедет? На тигре. На тигре.